Доброе утро, добрый день, мои дорогие. Сегодня 12 апреля. 12 апреля 1457 года Штефан Чолмарев зашел на трон, стал победителем в схватке за власть со своим собственным дядей Петру. Штефану суждено было стать не только самым успешным, но и самым долгим правителем молдавского княжества. Целых 47 лет правил. Так что вот сегодня какая годовщина. Посмотрите, сколько детей. Куда они все идут сегодня? Что сегодня за праздник? А, сегодня день же космонавтики, точно. Еще 12 апреля. Все, всем хорошего дня. Куда-то идут дети. Доброе утро, добрый день, мои дорогие. Что сегодня, день аварии или что? Пятница, столько машин в городе, посмотрите. Тоже столкнулись. На Штефана. Напротив оперы и балета и напротив Патрии. Очень много машин, очень много. Карабинеры проезжают. Посмотрите, что там творится. И там с той стороны то же самое. Да, плохой для кого-то день сегодня, да? Что делать? Кто виноват, разберутся. Поцеловались, называется. Ладно, я иду дальше. Сегодня вроде бы тихо. Там на выходные. О, я ж хотела идти в дендрарий. Я хотела идти. Сейчас покажу еще. Я хотела идти в дендрарий. Там тюльпаны распустились. Хотела тоже вам показать тюльпанчики. Очень много машин, очень. Ладно, не будем задерживаться. Будет ярмарка здесь, интересно, на этой неделе или нет. Прошлую неделю тоже ярмарка была. Но они, наверное, так, через неделю. Немножко города. Ладно, все, всем хорошего дня. Берегите себя, будьте здоровы. Всем мира и добра. Вернулась я все-таки, иду я в дендрарий. Пойду там поснимаю, посмотрю тюльпанчики. А то время бежит тоже. И не успеваешь все везде. Не буду терять время.
Что в той стороне мне делать, тоже нечего. А так, чтобы не терять время, иду. Все, разъехались ведь? Или стоят? Уехали. Не знаю, не было полиции, да? Получается. Вот что делает, да? Ужас, ужас, ужас. Что творят, что творят? Вообще не умеют ездить, вообще. Посмотрите, вот зеленый, да? Вот зеленый. Зеленый, зеленый. Едет. Не успеет. Так все зелено, так красиво. Боже, так кричат. Сегодня спокойно тут. Девочки фотографируются. Уже 12. Сейчас пока дойду, еще час мне идти. Будет час. Потом самое пекло. Ладно, показала вам немножко. Город, машины. Все, всем хорошего дня. Мира, добра.